тобою дождем, маму промокни. Ясный мой свет, ты на туши мне, ты синим лучом на белой стене. Ясный мой свет, ты на туши мне, слезою дождя, маму промокни. Ясный мой свет, ты на туши мне, ты синим лучом на белой стене. Ясный мой свет, ты на туши мне, слезою дождя, маму промокни. Ясный мой свет, ты на туши мне, ты синим лучом на белой стене. Дорожное радио. Я у бабушки живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старика. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Шоколада полный дом, мармелада полный дом, ласки, игрушки некуда давно. Чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, степей хлопот не в проворот. Будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Хочет бабушка висать, хочет дедушка поспать, и я один слоняюсь по двору. Жалко, что без пап и мам человек не может сам брата завести или сестру. У меня сестренки нет, у меня братюшки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Его сестренки нет, у него братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Дорожное радио. Дорожное радио. Дорожное радио. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion fits? Putting on the Ritz. Good for a place to wear a deco, pants with stripes, cut away coat, fitted fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Try and hop to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mix. Putting on the Ritz.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? It's an arrow collars, white spats, and lots of dollars spending every dime for a wonderful time. If you're blue when you don't know who go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a deco, pants with stripes, cut away coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress like a $1 million Cooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Another we'll be right back.
закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу Селине, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка, милая, я прошу продлить. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное, впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я. Слабости, никому ее не позволю забрать.
собрать, сразу принять, никому не порвать. Она моя, нерасти, моя, моя, сила слабости, никому ее не позволю забрать. Связаны ноги, никому не порвать. Она моя, 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 моя.
России. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя.
Дорожное радио. Недовольные таксисты не домой меня. Не так быстро, как хотелось бы. Не так близко, как надеялась. К нему в центру ночью недовольные таксисты не домой меня. Не так быстро, как хотелось бы. Не так близко, как надеялась. К нему ехать молча. Приоткрытие я курю тонкие, суперлегкие, от которых мне чуть легче. Вдоль по горе городу и так скорей. Я плачу вдвойне. Я куда-то вверх. Постельно есть недовольные. Так сестре домой меня. Не так быстро, как хотелось бы. Не так близко, как надеялась. К нему в центру недовольные. Так сестре домой меня. Не так быстро, как хотелось бы. Не так близко, как надеялась. К нему ехать молча. Посчитай мне время ожидания. Расставания. Сделай радио громче. И я обгоняю расстояния. Не по правилам. А мне так легко. Срочно. Смерть идет за нами.
свято, что грешено, познать нам суждено. Любовь и смерть, добро и зло, а выбрать нам дано. Yeah.
была и я сердце. Только мне их подарил, у тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает, тает. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобою навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобою навсегда, 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 навсегда. Любовь моя. Сколько бы пролетело, мы не виделись с тобою. Знаю, сердце хотело, чтоб мой был первый, первый снег. Я тебе его дарю, у тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает, тает. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобою навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобою навсегда, навсегда. Золотая канитель.
Ночь нашей жизни и надежды карусель. А музыка звучит, как разутый стон. Это старый вальс, осенний сон. Сквозь года, даже сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, музыка звучит, слезы за улыбкой прячешь ты. Грусти и за все прости, на краю не сбывшейся мечты. А музыка звучит, как разлука стон. Это старый вальс, осенний сон. Сквозь года, даже сквозь года, сердце обжигает грустью он. А музыка звучит, музыка звучит, слезы за улыбкой прячешь ты. Не грусти и за все прости, на краю не сбывшейся мечты. Thank you.
знаю точный ответ, что-то должно случиться. Сегодня я за много лет вернул с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет вернул с души похмельный бред. Сегодня я к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет вернул с души похмельный бред. Сегодня я тебе вернусь, моя неласковая Русь. Сегодня я за много лет вернул с души похмельный бред. Сегодня я тебе вернусь, моя неласковая Русь. Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио. Тянется, дальняя дорожка, дальняя дорожка, родимый дом. Подожди, не грусти, посмотри немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. Подожди, не грусти, посмотри немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. Дорожка тянется по деревням села, как холодно кружечку махнуть. Не грусти, замети песенку веселую, не сумляю с песней и короче путь. Не грусти, замети песенку веселую, не сумляю с песней и короче путь. Нету дорожники, ни конца, ни края, из-за поворота снова поворот. Не грусти, да не плачь, милая родная, кончится дорожка, все мало пойдет. Не грусти, да не плачь, милая родная, кончится дорожка, все мало пойдет. Через горы тянется дальняя дорожка, через лесы, горы и мою судьбу. Ни мелька, ни меня, ни моя хорошая, и без той дорожки жить я не могу. Не ругай ты меня, милая хорошая, ведь без той дорожки жить я не могу. Здравствуйте, с вами в пути Павел Третьяков. А главное. Военный раздел в бюджете России поднимется на второе место по расходам. Как пишет РБК, это следует из проекта федерального бюджета. Речь идет о возвращении к докризисному соотношению после роста трат на субсидии бизнеса в пандемии. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на предстоящую трехлетку 30 сентября. В 2022 федеральный центр потратит на оборону более 3,5 триллионов рублей. Это почти 15% общих расходов. На экономику будет направлено чуть менее 3,4 триллиона. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика, почти 5 триллионов на 2022 год.
Россия. Между тем, в Сбербанке назвали столицу телефонного мошенничества. По словам зампреда правления Сбера Станислава Кузнецова, им оказался украинский Днепр. Об этом банкир рассказал в эфире программы «Соловьев Лайф». В конце 2020-го эксперты насчитали в Днепре около 1000 мошеннических колл-центров. Подобные центры есть во многих украинских городах, заявил он. Отмечается, что в прошлом году была популярна схема, при которой мошенники звонили, представившись сотрудниками службы безопасности банка. В этом году новый тренд – это звонок от сотрудника полиции, от прокуратуры, от Следственного комитета и так далее. Россиянам рассказали, как изменятся цены на шампанское перед Новым годом. Подражание игристых вин перед праздниками ожидается в пределах инфляции на 7-10%. Об этом сказали в Институте статистических исследований и экономики знаний. При этом эксперты подчеркивают, что нет причин закупаться шампанским заранее, поскольку перед Новым годом производители наращивают выпуск продукта. Поэтому дефицита шампанского на прилавках не ожидается. Вот моторы российской сборки для Peugeot и Opel начали поставлять в Европу. Все они собираются на предприятии концерна Stellantis в Калуге. Кроме того, моторы российской сборки будут устанавливать на Citroёn и Fiat. Речь идет о турбодизелях объемом 1,6 литра российской сборки экологического стандарта Евро-5. Их производство наладили в Калуге минувшим летом. Такие двигатели ставят на широкий перечень коммерческих моделей, в том числе на фургоны Peugeot Expert, Citroёn Jumpy, Opel Combo Cargo и другие модели. В ближайшее время географию поставок двигателей расширит за счет государств Северной Африки и Южной Америки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на дорожном.
Бедная, зарастает бедой. Здесь трава заговоренная, а дорожник молодой. Дорожная уляжется, I'm sorry.
Но с другой стороны, при таких делах
столько бедных свобод. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень тебе с лицами, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет тюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что не говори, но с другой стороны. Тещи тоже три, неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Султанам ясность тут нужна. Сколько же он в самый раз? Три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Чарушное радио. Я
моей подруге. Да,
I'm
Журавли,
радио. И сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, пойдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, и вглядись в его лицо, чтобы ним было вначале, удали, но все вещали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Дубы стояли князьми, но я не боялась, без спроса росли. Москва не зря надеется, что царь владенится. Москва найдет владенца, хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это князь с именами, крутит вальса мостовой. Если снегом деревенским приобщился к вальсам венским, он пробьется, Александра, он надышится Москвой. No one's gonna drag you up.
бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады низ. Медленно в круге Таня грустно исполнит танец у земли. Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лето срок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. Памяти, 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 памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. Памяти, 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 памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. Остановить течение кратких лет. И мы спешим, друзей теряем, но все равно не успеваем жить. Листья своим примером нас бы могли, наверное, научить. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. Памяти, 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 памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. Памяти, 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 памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. Рай, 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 и как в своей мечте.
представляет впервые в России. Каждый час песня для тех, кто с пути. Все возможно, знаю. От разлуки в двери без стука таю. Словно снег весной ранее дают душу. Ранее, почему ты шел не со мной? Москва, туман, именной. Только в Питер, Москва, обман между мной и тобой. Расставание неизбежно, и разлука сильнее нас. Но сильнее разлуки нежность твоих глаз. Все проходит, время уходит, верю. Улетаю в дымке, растаю, где я? Под крылом моим, помнишь, я скучаю вновь. Очень по рукам и по рукам твоим. Успели мы с вами вчера толком поговорить ни про конструкцию садовых дорожек, ни про материал, да, чем их отсыпать или мастить. Ну, сразу скажу, что я категорически против отсыпки. Любой. Нет, ну, чисто, эстетически, конечно, приятно идти по шуршащей разноцветной галечке из плоских камушков или там по ракушечнику. Загляните в любой магазин, где написано «Природный камень». Каких там только отсыпок нет. Белоснежная, как колотый сахар, мраморная крошка, глянцевые черные камушки. Во-первых, со временем и под действием сырости, грязи и водорослей все это побуреет. И поверьте, довольно скоро. А во-вторых, все это будет пачкать вашу обувь и вноситься в дом. И если человек умельца, что пытались кирпич бить и его красной крошкой отсыпать дорожки, но потом поняли, что обувь придется по несколько раз
мыть в день, да, и чистить. И успокоились. Ну, это понятно, что вы говорите, но ведь тротуарная плитка или брусчатка стоит довольно дорого. И не у всех на это найдутся средства. Верно. А еще дороже. Будет строить ее правильно и красиво, потому что уложить, если рельеф сложный, это тяжело. Сами без навыков не справитесь. Ну, у кого совсем с деньгами туго, я вот что посоветую. Зайдите в интернет и наберите «тротуарная плитка БУ», бывшая в употреблении. Знаете, сколько объявлений о продаже найдете? И довольно дешево, вплоть до «отдам бесплатно», «самовывоз». У меня он товарищ один, так по моему совету, купил, вымостил. Но жена, правда, начала, как водится. Я не знаю, откуда эта твоя плитка, и кто по ней раньше ходил. Ей Люсь, говорю, из Чернобыля плитку привезли, а ходили по ней только больные прокаженные. Ну что за глупости такие, право? Ну ничего, теперь вот Люся довольна. Смотрите, всякие там плитки и кирпичи для мощения стоят, ну, 300-500 тысяч. Есть еще дороже рублей за квадратный метр. А БУ, бывшее в употреблении, можно купить по 100-200 рублей за метр. Вполне приличный материал. А чем еще можно мастить, кроме специальной плитки и кирпичей? Ну, времени немного, поэтому я буду краток, как конспект. Самое модное, естественно, самое дорогое, это природный камень-плитняк. То есть плоские каменные плиты разной толщины и форм. Тут вам на любой цвет, вкус и оттенок. Из дорогих – базальт, гранит, мрамор, порфир. Более дешевый – песчаник, известняк. Есть пиленый камень. То есть те же кирпичики или ровненькие плиточки, только не прессованные, а пиленные из натурального камня. Ну, цена, сами понимаете. Продают такой камень, как правило, уложенный на палеты, метр на метр. Цены, ну, начинайте от 1000 за метр. Когда-то, помню, и по 500 было. Но есть недостаток. Дело в том, что натуральный камень леденеет, и по нему ходить зимой бывает опасно. Он скользкий. Хорошо, чем еще можно убирать наледь, как вы считаете, Григорий? Вы будете смеяться, но я вот как-то консультировал одну усадьбу. Так там под каменной дорожкой обогрев был, между прочим. Уж какой обогрев, не знаю, но она зимой теплая, зараза, была. Я даже руку прикладывал. Я так понимаю, что это еще не все, и тему мощения мы продолжим в следующих программах. Спасибо большое, Григорий Липушкин. На ваши дачные вопросы отвечал наш эксперт. Всем привет. До встречи на следующих выходных. Ваши вопросы присылайте на сайт дорожная.ру. На самые интересные мы ответим в следующих программах. Программа «Негородская жизнь». Суббота, воскресенье, 17:30, только на Дорожном радио.
слабости, глупости и стяжательства. Среди гор барахла космонавта есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя. Что не стану добычей ворона. Есть особое обстоятельство. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это здорово. Это здорово. Это город
Thank you.
Отражаем бесконечность, если сердце без цепи.